Шандакон и Гумен Александр. Эпиграф. Любовь – это единственное, чего нельзя требовать. Можно плакать, когда ее нет, и радоваться, когда она есть. Люди ошибаются, требуя любви. Святитель Иоанн Шанхайский. Говоря о христианской любви, прежде всего обратимся к святителю Игнатию Брянчанинову, в сочинении которого мы находим все то ценное, что оставили нам святые отцы, теоретически и опытно усвоившие учение. Он пишет: «О любви к любви мы знаем в учении отцов, что она бывает двух родов, естественная и евангельская, или о Христе. Естественная насаждена в нас при нашем сотворении, и поэтому непременно есть в каждом человеке. Она повреждена, как и прочие благие свойства, падением или прародительским грехом, а потому в каждом человеке подвержена большим или меньшим кратким или продолжительным проявлениям. Христос, исцеляющийся наши недуги дивным образом, исцеляет и поврежденную любовь, заповедует себя, Господа, любить человека. Этим возводит любовь на высочайшую степень горячности, дарует ей чистоту, духовность, святыню и погашается пламенем любви о Христе, нестройный дымный пламень плотской любви, смешанное и составленное из мечтательного, несуществующего наслаждения и жестокого убийственного мучения. Ощущение духовной любви водило пером святого Иоанна Лествичника, когда он сказал: «Любовь к Богу повышает любовь к родителям и прочим близким по плоти. Говорящий, что имеет ту и другую любовь, обращает себя». Также он сказал: «Огонь погашается огнем», то есть любовь плотская, любовь божественная. Когда мы рассмотрим себя со вниманием, то увидим с Божьей помощью, на такое видение нужна помощь Божия, такое видение – дар Божий, что наиболее имеем любовь естественную, а евангельскую должны еще стяжать. Воздавай почтение ближнему как образу Божию, почтение в душе твоей, невидимое для других, явное ближней совести твоей. Деятельность твоя будет таинственно сообразна твоему душевному настроению. Воздавай почтение ближнему, не различая возраста, пола, сословия, и постепенно начнет являться в сердце твоем святая любовь. Причина этой любви святой – не плоть и кровь, не влечение чувств, но Бог. И слепому, и прокаженному, и поврежденному рассудком, и грудному младенцу, и уголовному преступнику, и язычнику окажи почтение, как образу Божию. Что тебе для их немощи и недостатков? Наблюдай за собой, чтобы тебе не иметь недостатков любви. Христианине, воздай почтение Христу, который сказал наставление нам, и еще скажет при решении нашей участи вечной: «Еже сотвористи меньшему всех братьев моих, мне сотвористи». В обращении своем с ближними содержи в памяти это изречение Евангелия и соделаешься наперстником любви к ближнему. Наперстник любви к ближнему входит в ей любовь к Богу. Но если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоем живет неприятное расположение хотя к одному человеку, то ты в горестном самообольщении. «Аще кто речет, — говорит святой Иоанн Богослов, — я полюблю Бога, а брата своего ненавидит, ложь есть. Сию заповедь имамо от него, да любя Бога, любит и брата своего». Евангелие отвергает любовь, зависящую от движения крови, от чувств плотского сердца. Падение подчинило сердце владычеству крови и посредством крови владычеству миродержителя. Евангелие освобождает сердце из этого плена, из этого насилия, приводит под руководство Святого Духа. Святой Дух научает любить ближнего свято. Любовь, возжженная, питаемая Святым Духом, огонь. Этим огнем погашается огонь любви естественной, плотской, поврежденной грехопадением. В каком падении наше естество? Тот, кто по естеству способен с горячностью любить ближнего, должен делать себе необыкновенное принуждение, чтобы любить его так, как повелевает любить Евангелие. Пламеннейшая естественная любовь легко обращается в отвращение, в непримиримую ненависть. В каких язвах наша любовь естественная? Какая тяжкая, но не язва, пристрастие. Обладаемое пристрастием сердце способно ко всякой несправедливости, ко всякому беззаконию, лишь бы удовлетворить болезненной любви своей. Естественная любовь доставляет любимому своему одно земное, о небесном она не думает. Она враждует против неба и Духа Святого, потому что Дух требует распятия плоти. Она враждует против неба и Духа Святого, потому что находится под управлением Духа Лукавого, Духа Нечистого и Погибшего. Конец цитаты. Для каждого христианина и особенно для монашествующих очень важно понимать, что такое пристрастие и чем оно отличается от любви во Христе.
Приводим беседу с монашествующими епископа Триобитского Фотия на эту тему. Часто мы путаем любовь с пристрастием, пристрастием к человеку. На самом деле, не человека нам трудно оставить, отказавшись от него самого. Мы могли бы передать его Богу, но нам трудно отрекаться от самих себя, от собственного влечения к человеку, от увлечения человеком. Это и есть пристрастие. Пристрастие есть проявление нашего самолюбия. Это очень опасно и крайне вредно в духовной жизни. Любовь чиста и бескорыстна. Пристрастие – это что-то совсем другое. Пристрастие – это нездоровое увлечение, душевное прилепление к определенному человеку. Это постоянные мысли о нем, как он меня воспринимает. Особенное оживление и удовлетворение, приятность, когда этот человек обращает на нас внимание. И наоборот, неспокойствие, угнетение, мрачность, когда этот человек не относится к нам приветливо или так, как нам хочется. Во всем этом, не дай Бог, можно дойти до нижних этажей. Я не хочу об этом говорить. С этими вещами следует вести бескомпромиссную борьбу, борьбу даже до крови. Иначе себелюбие останется руководящим началом нашей жизни, в нашем существовании. Господь нам говорит, что невозможно служить двум господам, это мы знаем. Мне кажется, что мы боимся. Голос нашего себелюбия не дает нам до конца довериться Господу, довериться той истине, что жизнь души можно приобрести во всей полноте только при общении с Богом. Да, у нас нет подобного опыта, мы грешные, нечистые существа. Отдаляясь от Бога, душа голодает, бедствует, бродит по миру, как чужестранка, отринутая всеми. И вот душа начинает привязываться то к одной душе, то к другой. Тут налицо страшное самообольщение, тяжкая болезнь. Душа пытается найти в другой душе какой-то свой мир, найти удовлетворение, приятность для своего себялюбия. Тут нужно быть бескомпромиссным, строгим до конца, иначе мы останемся в плену своего себялюбия. Если кто-то тебе мил и сердце твое привлечено кем-то, это совсем не значит, что ты его любишь. Если это увлечение продолжится, то ты сам скоро узнаешь, какие коварные, даже тиранические претензии предъявит твоя душа этому «дорогому» в кавычках человеку. Ты увидишь, как твоя душа не терпит независимости этого человека от тебя, как она ревнует и требует влюбленности в нее, чтобы предмет твоей любви был тебе рабски предан. И твоя душа готова мстить, если эта привязанность овладеет. Мы видим, что в данном случае все почивает на любви к самому себе, на расширении своих собственных владений в этом мире. То, что я люблю, это мое, оно каким-то образом мне принадлежит. По большей части этот милый человек представляет из себя дверь к новому для тебя, интересному и приятному для твоего сердца малому миру. Вначале тебе хочется только полюбоваться этим миром, как маленьким садом, а потом уже поставить там маленький домик. Когда ты прогуливаешься по этому саду, ты больше любуешься не тем, что посажено в нем, а самим собой. Это самое отвратительное пристрастие в этой лжелюбви. Поэтому повторяю, что тут нам действительно надо быть бескомпромиссными. Истинная любовь, говорит святой апостол Павел, не ищет своего. Чистая любовь, она бескорыстна, она вообще совершенно чужда желанию притяжать то, что любишь, потому что это любовь в Господе. Любовь в Господе всегда уважает свободу другого и всегда любит человека во Христе. Нам трудно понять это, потому что у нас нет решимости, нет доверия и открытости перед Господом, чтобы прилагать усилия в этом направлении. Когда человек борется, когда стучит, Господь рано или поздно открывает. И тогда все эти истины бывают понятны душе, знакомы ей по ее внутреннему опыту. Тогда душа радуется, потому что эти истины уже ее личное достояние. Она радуется, потому что в ее стремлении, в ее борьбе со всем, что отрывает ее от Господа, видится уже более сильная струя света в тоннеле. Она радуется, потому что это приближает ее к Господу. И радость эта с ее точки зрения естественная, то есть она сверхъестественная с точки зрения нашего падшего состояния. И вот меня, Александр. Спасибо, Господи. Да, это, конечно, такое, что совершенно путается. Люди путаются в этих определениях. Это, на самом деле, совершенно разные вещи. То, что подразумевает такого любовь обычно там, кино, там, все это, жизнь, и то, что когда это связано с божественной любовью. Это то, что божественное, такое, оно как бы чувство не ощущается. Вот,
Это невозможно, ну, нет, это нет чувства. Это, я как-то себя определяю, что это просто единство. Вот как семья, значит, может быть едина, но не обязательно там какое-то испытывать чувство там своим родителям, там, все это можно никаких не испытывать. Но когда человек умирает, когда чувствуется, значит, вот как отрезают кусок, часть души, как-то, и человек мучается. Вот. Только когда он теряет, он это чувствует. А когда это есть, то ну, живут, там еще ругаются там, друг с другом, там, подраться могут, все это. Вот. Они не замечаются это все, никаких чувств не проявляются. Часто так бывает. Только вот во время потери. Вот когда потери, да, тогда уже как будто бы часть от тебя отрезали, там, часть души. Вот. И поэтому вот любовь там, ко Христу, значит, это не чувство, конечно, значит, должно быть ко Христу, а вот единство, значит, как живет во мне Христос, как апостол Павел говорил, вот живет во мне Христос, это единство со Христом, вот это вот и есть любовь ко Христу, любовь к Богу, значит, и вообще все заповеди начинаются со слова «возлюби». Вот. И вот возлюби – это вот стань единым, как я понимаю, значит, стань единым со Христом и стань единым с теми ближними, у которых есть Христос. Оно как бы само собой разумеется. И как-то надо… Это совершенно два разных понятия. То, что в церкви и то, что в миру сейчас. Просто когда мы говорим о любви, о том, с теми людьми, мы просто говорим совершенно разных предметов. Вот. Так что тут вообще было бы хорошо какие-то другие слова найти, чтобы обозначить вот, то, что они там называют любовью. Вот, чтобы это можно было обозначить. Но наоборот, должны всячески сопротивляться и всячески гнать от себя вот такую вот плотскую любовь. Вот это все чувственное, человек должен стараться от этого избавиться, от всего чувственного. Потому что ну, там, где чувство это болезнь. Болезнь души. Значит. А когда душа здорова, она спокойна и ну, вот радость такая, ну, как свойство, значит, любви, значит, любовь там апостол перечисляет. Там, долготерпит, там не злобствует, не завидует. Не ищет своего. Вот как бы вот эта характеристика любви вот, с точки зрения Евангелия. А любовь, значит, такая плоская, это все наоборот. Значит, то, что вот апостол Павел написал как любви, значит, такое духовное, то плоская любовь, это все взять, это наоборот, значит, перевернуть, и вот это вот будет определение любви, то, что все считают любовью. Занимайтесь Христа ради меня, с эгоизмом. Да, ну как-то в эпохе, да, что это да, что вот я в центре. То есть отец эгоизм дьявол, и он как антипод Богу, естественно. Если Бог это любовь, Святая Троица, потому что в Святой Троице, в этой стихии любви, нет абсолютно никакого эгоизма. Бог Отец любит Сына и Духа, и живет Сыном и Духом. Бог Сын любит Отца и Духа, и живет Отцом и Духом. И Бог Дух любит Отца и Сына, и живет Отцом и Сыном. То есть никакого эгоизма абсолютно нет. Эгоизм появился, когда дьявол сказал, я ради Бога. Вот он, Отец эгоизма. И вот той страсти, о которой мы сейчас говорим. Ну да, и, собственно, так получается, что сожрание такое любви божественное, это есть победа над собственным эгоизмом. Да? Вот, когда человек победил собственный эгоизм, значит, тогда да, вот любовь это пускай это желание обладания. Да? Вот, я желаю это иметь. Я желаю, чтобы это было мое. Да. Вот, как бы в основании, да, это эгоизм. А Божья любовь, во-первых, это ради Христа, но еще и самопожертвование. Вот, допустим, заповедь, вот гимна апостола Павла любви. Ведь это долго терпит, милосердствует, это требует усилий.
усилия от себя свое «я» закрыть и ради Христа терпеть ближнего. Это ради Христа терпеть ближнего, милосердство, даже если он тебя уже не знает, довел до красного колена. То есть вот такие вещи. Кстати, еще вот момент, что на греческом переводе, греческий язык, евангельский, я имею в виду, вот термины, там несколько терминов есть о любви. Что такое любовь? Вообще в греческом языке. У нас один любовь, поэтому мы его вот различаем так, ну, сложно для нас, для многих различных. Нет, вообще Кирилл и Фоди, они вложили смысл слова «любовь» — это «любовь», то есть «Бог в людях». «Бог в людях». Красиво. Это единство, которое говорит «Бог в людях». Единственное божественное благодать вам учится разум творить. Вот это церковь, это любовь. А в греческом любовь, то, что касается Бога и человека, это один термин, а плотской любви это совершенно другой термин, там разные термины. Это тоже интересно. Ну вот у нас, да, конечно, было не так хорошо, если бы могло было. Но, наверное, когда все понимали одинаково это слово. И как это. Даже как эта песня, то выкопила, вообще, как там рязанщина, смолечина, слово «люблю», неизвестно даже еще, да. Так, значит, девушка любя, скажет, жалеет тебя, как-то так. Ну, то есть, как-то, ну, раньше, я думаю, что это как бы вот и было, значит, вот, конечно. Слово «любовь», оно не распространялось, как сейчас, на всякую похабщину и потребство. Ну, какая-то место не любовь, сложно, никакая. Сейчас вот смысл это уже утерян, Людмила, что прозвучать. Да, просто одно и то же имеет в виду. Еще очень важно даже вот проследить вот этот термин, понятие, на примере отношения родителей к детям. Вот можно любить свою машину, можно любить колбасу, простите. А можно любить свое дитя как часть своего обихода. И это не есть любовь, потому что человек имеет свое достоинство. Человек – это венец творения, это возлюбленный Богом творение. И если ты любишь своего ребенка, ты должен думать о его вечности, о спасении его души. Ты должен заботиться, учить его, причащать его, молиться за него. И вот это уже будет настоящая любовь. И никакие не чувства, а да. Такой труд. Именно понимание, что ты ответственен за его вечность, за его душу. Это существо, которое носит себе бессмертную душу. И оно может оказаться в огненной гиене. А то все мы, это маленькое существо в опасности. Если ты его любишь, ты свою душу положишь, чтобы он спасся. Вот твой ребенок. Ну, это у нас, я сам знаю несколько таких случаев, когда родители, матери, они давали детям своим деньги на алкоголь, наркотики. Я говорю, что вы делаете? Ну, дитё же просит. Ну, как его начать? Это эгоизм не есть, вот это эгоизм. Да, ну как, это вообще, ну, здесь как бы действительно любви нет. Есть какое-то вот чувственное какое-то вот, я не знаю, не дитё просит, но наркотик хочет. Ну, верёвку Вот, кстати, вот тут очень интересный момент. Что это чувствование, что такое любовь, на самом деле это какое-то просто чувство, экзальтация какая-то. Вот католические святые, как они понимали вообще любовь к Богу, это полная экзальтация. Ужасно читать даже об этом. Ну, эти стигматы вот эти у них, значит, у них как бы действительно доводят себя до какого-то исступления, значит, это уже совершенно чувственное. Это все есть. Как это, я не помню, кто там, Игнатий Брянчанинов, да, это совершенно украинцы, католические. Не, ну интересно, мне вообще смеялся, когда одна из них, так называемая святая, и свистнул он мне любовным свистом, там что-то такое, там, значит, ну что, вот до такого уже, это учитель католической церкви. Кстати, между прочим, святые отцы, хочу заметить, они различают дар божественной любви, как уже дар, потому что любовь над всем. И просто любовь вот такая вот христианская обыденция, которую апостол Павел говорит, это тоже надо различать, что есть еще какой-то высший особый дар, который есть дар. Здесь на земле мы исподобимся. Мы как бы обучаемся. Обучаемся. Через причастие, через какие-то свои молитвы. Просто будут исполнять да, заповеди. Обучаешься с ними, а любовь только там.
Да, это, конечно, важная тема. И то, что вот сейчас это все так испоганено, то есть в нашем обществе, потому что совершенно они знают только одно это слово, и они его накладывают куда угодно. Ну, что угодно, все это. И это не столько неправильно, несправедливо. Значит, здесь как-то надо действительно разделить это. Это понятие. Ну, не возлежит, то есть, если мы все сатана, поэтому извращение понятия сути. И свобода извращения идет. Меня вот спрашивают. Истины, все. А как вот, ну хорошо, божественная любовь это дар, вот спрашивают некоторые, а как вот в реальной церковной жизни? Я говорю, ну вот, то, что апостол Павел говорит, тут ближний у тебя рядом есть, вот не превозносись над ним. Считай, что он лучше тебя. Он тебя обидел, ты прощай. Вот ты дала терпи и так далее. Вот это обыденная жизнь, это труд вот, по отношению к ближнему. Есть церковное, на нашем уровне приложение церковной жизни, что такое любовь. Вот и есть это вообще такое. И самое главное, вот я как-то услышал хорошую фразу Владыки на прощенное воскресенье, когда он сам вам объявил, мне никто ничего не должен. Вот это состояние самое правильное. Никто ничего не делает. Всем прощает, никто ничего не делает. Да, и прощается. Да. Я помню, просто я его слушал, и там какой-то видик мне сказал очень хорошие слова. Он говорит, человек приходит в церковь, в какую-то конкретную общину, желает увидеть такое, как он себе представил. Он себе вот нарисовал какой-то идеал, или вот он прочитал апостольские послания, вот он хочет увидеть именно такое-то общину. И когда он в нее входит, когда перед ним открывается страстность других людей, ему очень тяжело. И он говорит, вот смысл очень еще в том, чтобы выжить в церкви. В церкви нужно выжить. Именно смирить себя и принять людей такими, какими они есть. И свои вот эти вот разрушить убеждения, то, что ты себе там фантазировал или как ты себе представляешь, и ужиться. Так что Бог должен сегодня нести немощи другого человека. Вы не духовно исправляете такового. Да, не так как я хочу, а так как Бог устроил. Мне запомнилось. Я вот хочу тоже поддержать, таким, каким есть, мы должны воспринимать человека. Потому что я помню на Пятом Созерубленном соборе, там были споры, и один священник, там группа была священником, которых владыки вот прицепились и все. Мне понравилось, как это эти владыки. Я вас. Против вас ничего не имею, вас воспринимают таким, каким вы есть. Причем Владыка не унизил, а он искренне сказал, как есть. А мне это слово за действительно. Чего вы должны? А так и есть. Воспринимать человека таким, каким он есть. И не делать какой-то вот ему, как это говорят, трафарет прицепить, что он такой-сякой. Все. Нет, ну такой, как есть, мы все в больнице духовно, почему я не очень нравится вот восприятие святых, многих святых, святых учителей церкви, святителей, что вот церковь это больница духовная. Действительно, что получается? Ошибка многих людей, которые приходят в церковь. Они себе иллюзию церкви нарисовали, ангелочки здесь сразу. А то, что здесь как раз борьба происходит, что здесь как раз человек перерождается в лоне церкви, ну, вот борется с грехами, вот это забывает, а когда встречает вот эту страстность внешнюю, сразу, ой, какая бабка, или какие они плохие, у вас любви нету, как вот недавно один человек сказал, который недавно пришел в церковь, у вас здесь так, как и в Московской патриархии, любви нету. И, значит, это уехал. Вот это. Но дело в том, что сам факт так много. А что такое ты под любовью? А ты пытаешься ли как-то понять, что это по христианству? Ну, я не подразумеваю под любовью, что вот им надо дать там 1000 рублей. Ну, да. Будешь это то дать, и будешь это все. Да, любовь. Вот это есть любовь. Да. Все. Ну, каждый месяц. Да. Когда вот такое. Вот такая любовь есть. А если так нет? Нет, вообще, конечно, это очень важно, как это так понять и все время держать в памяти, что действительно никто вокруг нас, никто из наших нас окружающих нам ничего не должен. И если это должен кто-то, то это уже есть наша уже проблема, потому что, как в молитве «Отче наш», «Остави нам долги наши, как и мы оставляем должников наших». Вот. То есть это требование каждому христианину, значит, чтобы он осознавал, что никто вокруг, значит, ничего не должно. Но тут еще вот Владыка очень важен, пастор, я вот многое замечаю, есть пастыри, которые вот не могут справиться, когда проблемы видят вот в своих приходах, вообще так естественные. У людей же все мы говорили с страстями, с пороками, и когда вот вообще начинаются проблемы какие-то там вот, столкновения людей, это естественно.
И вот многие есть пастыри, которые вот никак не могут понять, что не надо не гневаться, ничего спокойно снимать вот таким, какими есть. Вот. То есть, а если мы требуем, что тоже сверх меры, ну как может врач требовать от больного, слушай, ты не болей, пожалуйста, ты уже здоров, ты вот ты обязан быть здоров, ну ты же, ну болен. И вот тоже из-за этого, мне кажется, тоже вот из-за вот такой непонятливости, вот и любовь пастырская, к сожалению, прекращается, начинается. Голое такое отношение, как юридизм просто, а, ты подпал, значит, кто получает такое-то наказание, значит, а милость и строгость не соединяются. Вот получается тоже себя пастырской любви говорит тоже. А что пастырь в первую очередь должен с эгоизмом бороться. Вот именно, да. Ну, я просто как-то ощущаю другие ассоциации, как у нас относились к разным этим бунтарям, смутьянам, каким-то таким людям, значит, вот, они их терпели как-то, терпели вот вообще, значит, там, вот, ну, что они говорили, там, вот, на всему, так, в принципе, и они это все терпели, вот, но только до тех пор, пока человек сказал, что я тоже уходил. Все, вот они, значит, ушел, все, значит, так казалось, что они тоже бежать, ну, постой, значит, нет, я, вы такие. Нет, вот сказал, ушел, все, о нем забыли, об этом человеке. Он уже как бы отошел, ушел добровольно, по своей воле. Вот. Просто об этом человеке тут же забывали. А так вот как бы, вот там не говорили, значит, какие, значит, это вот, но пока человек говорит, я хочу быть с вами, значит, я хочу оставаться это вот. Терпели. Вот терпели действительно по-настоящему. Я сам, значит. Потому что за себя у нас когда с Лазарем, с Валентином, здесь вот эти смотры, я же как бы поддерживал это вот, и мы еще приехали, как-то так еще говорили, так дерзко, значит, на первый раз это Федора, когда приехали на субботу и все. Ну, вот. И они так они Как психолог, практика. Да. Потом я как-то вот, ну, я понял, в общем-то, что все-таки правда тут, здесь это правда, а не тут, где я сижу. Я это понял благодаря их вот этому терпению. Так что вот мы так быстро, значит, вот ты там что-то не так сделал, значит, ты какой-то такой, значит, вот, все, больше вот был гореть, и все. Вот это, конечно, так нельзя, значит, вот, общаться, значит, так нельзя. Вот, ну, Бог запретил клею, дорога. Кстати, очень хорошо, что матушка на эту тему написала доклад, потому что, по-моему, это самое сейчас острое церковь, потому что сейчас реально, на самом деле, в общем-то, все как-то у нас аполитизировалось чересчур уже. А вот личные отношения, и как они в церкви должны строиться между нами всеми, это как-то ушло, уходит на задний план. Ну да, читаем Евангелие, ну да, умиляемся. Ну вот разговоры серьезно задуматься, акцент на этом, увы, все время, значит, если все заповеди начинаются со слова «возлюби», вот, возлюбили. И тут же, значит, вот останавливается, думает, а что значит возлюбить? Как это возлюбить? Ну как? Практически. Вот, да. Объяснить, ну как это сделать, возлюбить? Получается, это впереди даже еще заповеди еще идет возлюбить. Да. Ну нет, вот как вот практически, да, вот возлюбить врага, да, это в общем-то можно объяснить. То есть благодаря тому, что враг тебе сделал какое-то зло, и ты его простил. Бог тебя простит. Да. То есть благодаря этому врагу Бог тебя очистит. Врага своего. Ну да, конечно. Да. Своего. Ну, но не Бога. Нет, естественно, тебе сделали зло, там и говорили. И ты вот нутро доверяешь, ну прости. И прочитал молитву «Отче наш». И Бог тебе что-то больше простит. Ну, может быть, еще вот слова Христа. Кто любит меня, тот заповеди мои соблюдет. Значит, можно сказать так, кто любит меня, тот заповеди соблюдет по отношению к ближнему, да? Значит, опять, это труд, это просто труд, наверное, скорее всего, но труд, направленный на вот такое подавление самого эгоизма, своего личного, и наоборот, попытка другому человеку вот принести добро ради Христа, и вот что-то в этом роде получается, потому что вот можно так, практически. Да, ну вот это подавление со своего самолюбия, своего эго. Кстати, вот Ирина Сергеевна тоже рассказывала, что ее этот, тоже такая,
интересно. Значит, ее этот муж, этот князь, Примурас, он говорит, у него совершенно не было того. Вот его обидеть было невозможно вообще. Вот за всю жизнь, значит, которую она с ним, ну, прожила, и была знакома, значит, он говорит, не то, что он там когда-то рассердился. Он за всю жизнь даже голоса своего не повысил. Вот. А раньше их много было таких людей. И они, конечно, значит, они все это сдерживали и давали какую-то верку, там, Виталий Максименко. Да там много было таких вот, действительно, которые были сердцем перед этим церковью. Ой, так, ну что, все. Потом вечером. А? Что? Потом вечером. Представленной любовью и сотворим.